еще пышнее и еще вкуснее. Необычные оладьи. Сразу три рецепта. Знаете секреты, у вас получатся просто фантастически вкусные и очень пышные оладья. Хорошо, когда под рукой есть проверенный рецепт. Первыми приготовим оладья с начинкой. Они прекрасны и на завтрак, и в качестве перекуса, и даже подойдут для семейного ужина, особенно если вы очень любите пиццу. Начнем с подготовки начинки. Нарежем на небольшие кусочки ветчину. Заменить можно колбасой, сосисками или копченой курицей. Подойдет все, что вы обычно кладете в пиццу.